Что вы можете сказать относительно совершенного вами преступления? Когда это произошло? Это было 15 октября. 15 октября этого года. Что, где это было? Это в районе Богородского острова. Что вы именно совершили? Расскажите. Я увел девочку, и, как говорится, раздел ее, пытался совершить половой акт, но получилось так, что она убежала. Знали раньше эту девочку? Нет, не знал. А почему именно к девочке подошли маленькой? Получилось так, что разговорился дорогой, получилось так, что она пошла на контакт. Вы знали, что вас разыскивают правоохранительные органы? Меня вызывали 18-го в следственный комитет, там взяли у меня анализ слюны. Спрашивали о совершении вами преступления? Задавали такие вопросы? Меня спрашивали, где я был 15-го. Задавали вопросы. Вы что ответили? Я ответил, что был дома. А почему вы не сразу не сказали о том, что вы совершили преступление? Боялся. Чего? Ответственности.